Всем привет! Дети еще спят, а мы уже едем по делам. Сегодня у нас дождливый день. Я хотела пробовать этот свой квадрокоптер. Наконец-то хотела попробовать поснимать с высоты, но погода не позволяет. Мы с Костей решили помочь ребенку, которому 3 года, и он очень сильно заболел смертельной болезнью. И мы отдадим свои сбережения, которые были на карточке, мы отошлем им $1000, потому что ему очень срочно нужны лекарства, прям очень срочно. Это такая болезнь, которую надо очень быстро начинать лечить, чтобы был положительный результат. И хочу обратиться к вам тоже за помощью этому мальчику, потому что на самом деле им надо собрать аж 2 миллиона рублей. На канале «Дневник приемной мамы» есть вся информация по этому поводу, есть реквизиты, куда, как и чем помочь. Она правильно говорит, лучше не купить какой-то подарок или букет цветов на 23 февраля или 8 марта и этим спасти жизнь ребенка. Лучше отдать эти там 100 рублей, переслать им, помочь. А я сама лично по этому поводу думаю, что если ты помогаешь другим, то когда-нибудь будет нужна помощь тебе, и тебе она тоже придет. Поэтому делайте добрые дела, я уверена, что они всегда возвращаются. Тем более крошечке всего 3 годика. Давайте поможем всем миром. Ссылочку на это видео, где есть реквизиты, как помочь, и где дневник приемной мамы, канал рассказывает, что же случилось, я вам оставлю в описании. Перейдите, посмотрите и помогите, пожалуйста, крошке. Мы уже возвращаемся. И интересно, спят ли еще девчонки. А у нас тут капризки, да? Такая красивая лисичка. Красивая-красивая. Сегодня 23 февраля, но мы Костю еще не поздравили. И мы сейчас всем женским составом выдвинулись ехать что-то искать. Он, наверное, думает, что мы вообще забыли про этот праздник, потому что уже прошло почти полдня, никто ему, ни один человек из нашей семьи не сказал «С праздником тебя!». И он такой ходит на нас, так позыркивает, мне кажется, да, что он думает об этом. Ну мы, в общем-то, с утра решили его не поздравлять, сейчас поедем. Купим ему какой-то сюрприз, наверное. Ну да, потому что потом поздравлять всем, без, да, сюрпризов как-то, ну, просто на словах не хочется. Хочется ему что-то, может, интересное, пиццу приятное. Еще купить что-нибудь, да, там на стол. Попробуйте. Да. Ну и пиццу можно взять, суши, и суши. Папа, да, суши, да, он любит суши, можно. Только можно не в деликате, а в этой суши я. Мы так просто подумали, что если полдня не поздравлять, то человек уже потеряет надежду, решит, все забыли про праздник, и сюрприз получится, да, еще лучше. Еще и уехали за одеждой. Да, мы уехали типа Кате за одеждой. Ну, ей действительно нужна одежда. Но мы больше поехали, конечно, чтобы его поздравить, что-то ему купить. Ну что, мы в магазине и понятия не имеем, что купить Косте. Вот что папе подарить? Просто вообще, это так сложно. А? Я думаю, может, ему футболок каких-то подарить. Он сейчас активно занимается на орбитреке. Не, я вообще себе не хочу попугая. Мало того, что у нас и так дома шумно. Еще будет попугай что-нибудь говорить или чирикать. Ух ты, ежик, да. Да не, Кать, животных папе точно не стоит дарить. Вообще-то это была шутка. Мы оставили Катю в магазине одежды, пока она себе посмотрит одежду, а мы с Настей идем искать подарки Косте. Какие будут идеи? Не знаю. Я не знаю, капец. У меня как-то, да, у меня как-то просто уже закончились по поводу папы идеи, у него есть все. Я даже не знаю, что. Сладкое он сейчас не ест, гаджеты, техника у него вся есть, какая ему нужна. В общем, это проблема. У нас с Настей возникла идея подарить Косте костюм спортивный, это Настя придумала, и продлить ему в Спортлайфе абонемент. У него закончился в фитнес-зале. XL это, мне кажется, маленькая. Единственная проблема, мы не знаем Костин размер. Настя говорит, что считает, что XL ему подойдет, футболка. А мне что-то кажется, что может быть маленькая. Потому что... А, тут еще и рисунок сзади, посмотри. Мы что, берем? Ну да. Ты уверена, что папа такой наденет с таким рисунком? А что нет? Ну не знаю, он любит неброские вещи. Незаметным таким быть. Серую наденет, серую, я думаю, да. Нашли мы какую-то кофту из новой коллекции. Интересно, к ней штаны есть? А если мы ксельки маленькие все будут, что мы будем делать? Так как-то стрёмно одежду покупать без примерки. Сдадим обратно, если будут маленькие. Раскрой эти штаны, давай посмотрим, какие они по объему. Там хорошие они. Думаешь? Да. Уверена. А если они короткие будут? Папа высокий. Так, нашли еще две футболки. Одна Adidas, вторая Nike.
На Nike написано Just Do It. Но надеюсь, он оценит и будет их носить. Берем все три. Так, и спортивную сумку пумовскую Настя хочет подарить Косте. Покажи с другой стороны. Вот такая, она, в принципе, универсальная. Мужчине и женщине подойдет. Мне кинулись в глаза вот такие кроссовочки. Сейчас хочу, чтобы Катя их померила. И тут в спортивном магазине есть один очень красивый костюм. Вот, новая коллекция. Тоже упрашиваю Катю померить. Настю упрашивала, Настя не захотела. Упрашиваю Катю. Я предложила Кате вот такую футболочку. Мне понравилось, но ей нет. Я говорю, если бы меня звали Рита, я бы только такие и носила. Так, ну что, оставляем Катюху мерить вещички. Ты нам покажешь же, да? Ух ты, смотрите, какой прикольный костюм. Только штанишки большие. Сейчас пойду поменьше поищу. Не, ну ты сейчас нормально выглядишь, в принципе. Не, ну реально нормально выглядишь. Я пойду штаны поменьше поищу. Наверное, это просто они так шьют. Знаешь, Катя, у тебя сейчас идеальная фигура просто. Надо наслаждаться этим возрастом. Покажись спереди. Бери, красивая. И футболка очень красивая, бери тоже. Единственное, что по плечам она не маленькая. Вроде нет, да? Это просто пошив высокий вот здесь. Горло высокое, непривычно. Но красиво. Катя сначала спрашивает у меня, нравится ли мне, потом идет в примерочную к Насте, чтобы спросить Настина мнение. И Настина она учитывает больше. Ну, это нормально, конечно. Я даже не обижаюсь. Целую кучу одежды мы купили в спортмагазине. Еще Настя с Катей тоже. Вот. Целая прям стопка. Зашли мы в детский магазин и купили вот такого ежика, который стреляет колючками. И еще набрали вот таких трусиков Алисе целую кучу. Думаем опять пытаться отучить ее от памперсов. И вот такая игра клеить. Клеим помпоны на картинке. Я думаю, тоже будем с ней сегодня играть в это. И еще мы взяли красивую пижамку. Сейчас вам ее быстренько покажу. Я уже беру на рост 104, хотя у Лиски еще 104 нет. Смотрите, какая хорошенькая. Она вроде легенькая, с рукавчиком, то, что надо. Мы сейчас спим с открытым окном постоянно. И вот такие к ней штанишки идут. Покупаю конвертики, чтобы поздравить Костиного брата, моего брата. Я ему взяла конверт моему герою. Помните, он говорил, что он героем себя иногда представляет. Будет прикольно ему подарить такой. Женя сегодня к нам приедет и Саша, с которым мы играли в Манчкина. Всех хочу поздравить. И мы насмотрели тут такую класснючую подушку, что просто мы ее взять не можем. Смотрите, спасибо Вселенной за тебя, Элисенок. Ну вообще супер. Я поставлю Элисе на кровать и пускай там стоит. И будет каждый день. Спасибо Вселенной за то, что она у нас есть. Дом торговли так красиво светится ночью. Я и не видела еще, как они классно сделали. Решили мы еще в оптику заехать. Кате нужно линзы купить. Так что сейчас Катя выбежит, мы ее подождем. А потом дальше. Ну да, только быренько. А оптика закрыта, потому что сегодня воскресенье. Не повезло. Не повезло. Это плохо. Ну что ж ты теперь будешь делать? Я не знаю, вообще в проспекте можно купить, но да. Я же приеду поздно вечером. Все, мы приехали к Спортлайфу. Сейчас с Настей сходим. Она возьмет свой паспорт. Вроде как должны. Да. Вроде как должны продать ей для папы абонемент. Все, мы с Настей уже в отделе обслуживания. И покупаем Косте карточку VIP. Мы решили VIP ему подарить. Премиум? Да. Ну это же есть VIP? Ну нет, ну называется она премиум, ничего нет. Ну, понятно. То есть он сможет там ходить. Придите в сауну. Вашу приличную отпашку. Ага, Агосова. Да, Агосова. Анастасия Костя. Такое удачное у папы тут фото. Он редко удачно получается. Мне прям нравится. Да, он тут грустный. А мне нравится. Я смотрю, что для деток тут даже какие-то программы есть. В мире сказок, он сделает какой-то букетик английский. Даже можно полазить, вон там есть лабиринт. Так что с Алисой здесь будет очень удобно. Все, мы уже справились. Слушайте, эта премиум карточка, она такая красивая, черненькая. Это он может везде, у нее еще в сауне, и еще Кате ему полотенце выдают. Полотенце, это не надо с собой брать. Крутая карточка. Да. Себе не хочешь
Ну, у меня в июле карточка заканчивается, в конце июля. Аж может в июле потом и буду когда заново брать. А это он может в ту зону ходить? Да, везде может. Везде, да, в те залы спортивные. У него будет раздевалка с него ростом, а не просто маленький шкафчик. Да, шкафчик. Обалдеть. Аж интересно. Приехали мы поздравлять дядю Пашу. Он уже идет. Ну да, мы вообще без папы. Он вообще даже, не знает, что мы здесь. Вы придумали, девчонки. Спасибо. Ну, а папу что не взяли? А мы еще его тоже не поздравляли даже, Паш. Да? Да. Привет. Привет. Да мы на минуточку. Блин, спасибо. Спасибо. Самого лучшего. Спасибо. Спасибо, девчонки. Спасибо. Лен, спасибо. Привет, привет. А у тебя девчата еще бегают. Привет. Здрасте, привет. Привет, Влад. Это ваш папа. А он не знает, что мы у вас. А ты не знаешь? Нет. Да, мы его удивим. И ему сейчас будет сюрприз. Здрасте. Ух ты. Ой, мы на минуточку. Здрасте. Здрасте. Это чашка или это страусиное яйцо? Это чашка. Ты ее достань. Сейчас попробую. Мы заехали поздравить. Так я хочу сказать. Ух ты, подожди. Павлик не служив, Костя пограв на скаку, а я сержант медслужбы. Да? Ну мы вас тоже поздравляем. У мене був воєнний бій. Очень класно. А є шанс, що тут вино. Є шанс, що тут зараз коньяк. Спасибо большое. Ну. Еще... Ой, конверты. Там еще открыточка. Так, мы уже дома, а Костя купает Алису. Мы стоим, ждем, такие все загадочные. Блин, я так надеялся, что вы забыли. А, конечно. Главный мужчина в нашей жизни, всех троих. Пока не появились. Каких троих? Четверых? Четверых, да. Мы очень любим, поздравляем да, с праздником. Мы знаем, что тебе подарки. Люди ездят в спортклуб. На беговую дорожку. Я люблю ездить в спортклуб. Тебе вот подарили сумку новую. А это одежда Спортлайф. Да, там спортивный костюм, футболки, носки. Короче, очень много всего. Так, это тебе, чтобы расслабляться иногда. После Спортлайфа. Смотри, 7 звездочек. Все никак не начнут. И это тебе от меня, с любовью. Спасибо. Открывай. Что это? Спортлайф все-таки. Премиум, пап. Там все. Ваня, сауна, отдельный шкафчик, целый рост. Полотенца тебе там выдавать буду. Ну, будем вместе. Мы с Алиской тоже будем. На кухне тебе ужин там еще. Думал, мы забыли. Никто даже слова не сказал. Спасибо. Спасибо всем, спасибо. А ты расстроился уже, что мы не поздравили? Нет. А нам показалось такой грустный. Еще подарочек мы Паше заехали, уже поздравили. Не, я абсолютно не расстроился. Это праздник уже отмененный, в принципе, у нас. Ну ты же служил в советской армии. Ну да. У меня 28 мая день пограничника. А, еще 28 мая. Если бы там не было бы ключа внутри, оно бы вообще машина бы не завелась. Оно бы говорило, ключ не найден. Да. Ну, вот. Ключ внутри где-то ищи. Да я сейчас пойду искать. Настя ключ в машине потеряла. Алисочка, нет, ты так купалась? Нет, ты поможешь Алису одеть. Так нет, я же хотела... Ты покупалась, Маська? Где она? Лиаля. Лиаля. В зеркале. Привет! Ты так и не поспала, да? Ёжику наносит. Ёжик! Он, видно, не каждый раз. Пузырики! А смотри, какие еще пузырики, смотри. Пузырики. Большие, маленькие. Большой, да. Маленький. А еще мама тебе купила вот такую игру. Да, игру. Да, игру.
И еще вот такие трусики для Алисы. Смотри, какие трусики. Смотри, какие красивые, с зонтиками. Будем памперсы выкидывать? Пасеку. И будем носить трусики, да? Багулки, бухи. Нет, тут не надо снимать, маму снимай. Чего? Да пусть снимай. Ты красиво выглядишь в кадре. Ой, Катя. Алис. Ты с магазина раньше пошла в машину. Точно. Да. А где ты ключик кинула? А, в этой, в промежутке. И никому не сказала. Я забыла. Тут все на ушах. Видишь, ей эти больше понравились. А потому что она сама их может пускать. Да? А Алисе. Да, Алисе. Видишь, и Алиса сама. Что, мы будем... Ой! Я Катя Бузинка. Все, нема пузырика. Ой, все, нет пузырика. Ты нам хоть скажи, нравится тебе или нет? Да. Это Nike или что это? Nike? Вы что, фирменные? Там Puma, Nike, Adidas. Они все фирменные, со спортивного магазина. Колобок полежал, полежал. Да вдруг Ну фирменные же. Розетки за 80 гривен маяк накупили. Ну фирменные же. Это ж подарок. Понятно, что себе не купишь сама. Вот в подарок самое оно. Из синей на крыльцо, с крыльца на двор. Дальше и дальше. Что? Ну, а что означает цифра? Какой-то счет. Кто-то выиграл. Это Настя тебе костюм целый купила. Это костюм. Это по утрам бегать здесь. Да, да. И еще смотри, там сумки еще у Кати, от Кати. Белая? Алиса, а штаны? Штаны черные. Смотри, майк спортивный. Да. Мы еще и кроссовки хотели купить, но подумали, надо что мерить. Хотел сказать, кроссовки. Мы подумали, мерить надо, так что с тобой поедем. Ну все, теперь примерять. Черный папа? Черная одежда. Папа не черный, это одежда черная. Катюшна неправильно шапку надела. Красивая кофта. Ты зайчик, да? И зайчик? У тебя ушки торчат. Маленький зайчик с ушками. Надо в зеркало ей показывать. Она же так не видит. Осторожно. У нас на среду там накладочка получается. На сколько? На вам? На 9? На это. Куда? На УЗИ? Ну ты же записывала, не знаю, во сколько сказали. А мне на 9:30 зубной тоже в среду. Ну, придется перенести. Завтра идешь к зубному и попроси перенести. О, Настя, он влез в твой костюм. Да, вроде нормально. Ну, видишь, я же говорила. Ну, а кофта? Мама мне доказывала, что у тебя XXL уже. А я говорю, XL у тебя. Ну, я некоторые футболки 2XL купила. Я тоже обычно 2XL. Это даже большая. Ну, видишь, и папа говорит, он 2XL покупает. Бакуза, ну, тут ты же его будешь уменьшать, правильно? Ну, собираюсь. Ну, вот. Это что было? Этикетка. Капюшон лучше сними. Почему? Ну, не знаю, тебе не идет. О, так гораздо лучше. А ну, повернись. Это, кстати, Кость, какая-то новинка. Только, слушай, офигенно, да. Иди посмотри в зеркало. Гламурный. Нет, не гламурный. Спортивный. Брутальный. Клёво. Прикольный? Да. Прикольный. Наконец-то мы тебе купили модные какие-то вещи. А то ты сам такие не покупаешь. Думаешь, молодежные? Шорты с майкой тоже хорошие. Слушай, ничего и менять не надо будет. Все? Разве что майку, может, поменьше все-таки надо. Да, а? Да. Нормально? Nike.
Вау, Сонечко. Слушай, класс, Кость. Вообще класс. Кость, мне очень нравится. Класс. Наконец-то, Что наконец-то? Ну ты выглядишь так, как мне хочется. Вообще классная, скажи. Чего они там смеются? На, прикольно. А сейчас должны прийти Надя с Костей. Сказали, с каким-то сюрпризом. Включай ли на камеру. Пока ждем Надю. Алиса тут сначала на рок-гитаре, теперь на укулеле играть решила. Насмотрелась, как дядя играет, да? Ух ты, гитара! Смотрите, как Настя красиво в новой кофточке. Вообще супер. Да? Катя тоже. Кажется, идут. Заходите, заходите, жду. Привет. И что это? Хомка написано. Мне уже страшно. Хомка? Хомка написано. Что это за прикол? Привет. Ты даришь нам птичью какашку? Он нам дарит пустой ящик. Там кто-то какал реально в ящике. Точно цыпленка привезли? Я так и знала. Офигеть. Это цыпленок или утенок? Утенок. Этого еще у нас нету. Боже. Пошлите покажем ей в комнату. Кать, не урони. Пошли в комнату. Да, это маленький утенок. Просто. Ёлки-палки! Тетя Аллочка, привет, дорогая! Пошли в комнате покажем Алисе. Ну, если честно, утёнок. Это для Алисочки. Мы принесли показать Алисе. А я думала, Кость, бери Алису. Он там проголодался. Алис! Алиса! Иди посмотри, кто тут к нам пришел. Привет, Алис. Алис! Алиса думает, что Даша пришла. Алис! Не-не, Алиса, смотри, кто там. Смотри, Алиса. Алиса, утенок. Утенок. Смотри, маленький утенок. Утенок, Дотя. Маленький. Кать, посади вниз его лучше, пусть побегает. Посади его на коврик. Алиса, смотри, настоящий живой утенок. Боже, какой... Какой он хорошенький. Хорошенький, смотри. Аккуратненько, он маленький. В общем, Алисе понравилось. Не надо. Маленький. Капец, ну вы сдурели вообще. Он еще с мамой. Аккуратно. Гляньте, как он ходит прикольно. Получается, что мама сидит на яйцах, и она с яичек была. Как он ходит классно. И ей еще сидеть, допустим, утеночек маленький. Утенок. Алиса будет, мне кажется, так бережно к животным относиться. Бери его на ручки, давай ручки. Вот я Насте посадила в ручки. Сделай так ручки. Сделай ручки, мы тебе утеночка посадим. Давай ручки свои, давай, протягивай. Иди, пусть. Будь здорова. Будь здорова. Будь здорова. Уже аллергия, ну так. Все, может быть. Ой. Все? Ой, такой. Видишь, я почти догадалась, какая вы цыпленка привезли. Я думаю, ну как, ну, такое время, пока мы для них логически, чтобы были. Это же, я говорю, яичко засиженное было, и утка сидит как на яичках, и вот одно кря-кря. Вылезло. Да? Кряка. Пап, кряка. Кряка, да. Кряка. Даш, как ты его назвала? Цвиндель. Цвиндель. Осторожно, осторожно. Маленький. Нет, папа, это наш. Да не, конечно, она обратно повезет. А, серьезно? Ты что, мы же его не выходим. А я думала, я уже собралась. У меня опыт как бы есть. Опыт у тебя выхаживает? Енота был. Енота. Я котенка выходила. Помните, какой батон? Ну и вырастет утка огромная, что мы с ней делать будем? Яйца будет там нести. Да, и следующий. Друзья, там тоже жил на квартире этот.
Да. Ну, утка. Вдруг она будет, представьте, она будет его Пип назвать. Цыпленок Пип. А если хочешь, бери себе в комнату и выхаживай. Только не неси мне его, как только он чуть-чуть подрастет. Ну, у кошки сидят. Кстати, по поводу кошки малые. Боже, какой хорошенький. Боже, я сама не видела у тебя маленьких таких. Маленький утеночек. Утенок. Хороший. Хороший. А я глазяки. Глазок, глазяки, слышишь? Носик. Носик, это клювик. Клювик. У него клювик. Клювик и крылышки. Я уже реально думала, что остается. Там у вас и так животных, такие подарки делать, как животных, надо, ну. А когда ты в следующий раз к маме едешь? Тут, не знаю, могу и завтра. Да, давай завтра. Я боюсь его оставлять. Дело в том, что я же его сегодня заберу. А, заберешь? Хорошо, а то я переживаю. Нет, Лена, такие... Нет, вот именно нет. Он уже по нему топтался, то есть нормально. Боже, Алиса маленькая, это ж не игрушка, это же живое существо. Попугай его, попугай, наверное, попугай съест. Да, Даша будет это выхаживать, да, Даша? Да. Не, пускай живет. Не, у нас это однозначно. Такие подарки, как крупку. Крупа. А, то ты не будешь его пока увозить? Он у вас будет? Да, парень. А, супер. Тетя Лена, вы представляете, я говорю, и дедушка, и бабушка, все я говорю, чтобы забрать этого утенка. Чтобы он тут жил? Да. А что, прикольно будет. Ну, вырастет утка и отправится утка в село потом. Какая разница? Пускай растет. Если его можно растить в домашних условиях, пусть растет. Дети будут радоваться, и Даша, и Алиса. Это типа 3D-очки, я проверяю. Не-не-не. Понятно. На твоем телефоне уже надо домик 3D покажет. Коробочка есть. Он уже засыпает у нас. Потому что действительно много кошек. Значит, на 20 лет надо уже ребенка дарить. Кого? Лошадь? Нет, ну они какашки убирали. Даже Настя не хочет, Кость. Ой, не любишь ты лошадей, раз любишь. Нет, я хочу когда-нибудь потом, когда у меня будет домик у моря и своя конюшенка маленькая для одной лошади. Работник-то только кашки убирает. Да. Настя, оставь этого утенка в покой. Давай его в коробку и Наде отдавай. Не переживай, не трогайте. Да, на сетке. Он как бы так так ругается, только маленький. Ага. Он прикольный, конечно. Он так пищит, когда я его с рук убираю. Наша всю дорогу. Ручной, да? Ручной. Вы ему что-то постелите, чтобы он тепло чувствовал. Пол с подогревом. Давай распорим подушку и перышек туда насыпем. Да, Катя говорит. Да. Грело, да? Ну да, ну Кость, пол с подогревом плюс батарея, хоть бы не задохнулся. Ну у вас там прохладненько. Надо куда-то спрятаться, а то эта коробка, она просто на 4 стены поглянет. Ну что, он выпрыгивает с этой коробки. Выпрыгивает, да. Прикинь, как он Лен прыгает. Коробка побольше. Для нас ты сидит уже 10 минут не шевелится просто. В одной позе, как статуя. Мама с утенком. О. Даша, ну что ты сделала? Даша, ты меня подвинула. Ты с ним еще наиграешься, ну как бы наиграешься, нанянчишься. Я думала, ты теплая. Меня нагрелись. Не, он просто проснулся. Мне холодно. Это же как утенка, говорит. Но пахнет он так, лошадьми, коровами, всем, чем можно. Селом. Кто? Колобок? Ой, колобок. Маленький утенок. Маленький утенок. Утеночек там, да. Слышишь, как он... Слышишь, как он говорит пи-пи-пи? Пи-пи-пи. Ой, да, что же надо поздравить. Все забыли. С этим утенком вашим. Да, надо же брата поздравить. Мы тебя поздравляем с праздником. Спасибо. Ты же у нас герой. Это тебе. Там написано «Моему герою». «Моему герою». А что это? Это бандана какая-то? Нет, это открытка, что бандана. На голову Ваня. Становятся такие. Капец. Ну да, да, так и есть. Я просто не знаю, что тебе сейчас нужно. Открытки было.
Так, ну что, уже играть утёнком уже. Да, если вы от утёнка отклеитесь. Да, я отклеилась. Пошлите покушаем, у нас там мы купили чуть еды. Пойдем. Ой, мимо. Слушай, Танилей. Утенок пьет. Ой, тибузи. Все, Катя, Даша, Алиса, все вокруг утенка. Нас, да? В общем, да. Ну, в общем, спасибо всем. С праздником вас. Да, просто. Да. Вот это, как там сказать, мужчинам этого терпения, здоровья, крепкого, крепкого здоровья, крепкого терпения. Чтобы вы нашими защитниками были, да. И дальше. Спасибо, ну не дай бог. Ну да, это точно. У нас не обязательно на войне только защищать. Сейчас будем играть в манчкина. Где-то и у нас такое есть. Но мы так и не нашли. Ukrainian version. Украинская версия? Прикольно, кстати. На украинском языке? Да.